Пермяки вновь подарят чудо детям. В Перми стартовала традиционная новогодняя затея «Дед Морозим». В этом году в ее рамках каждый может стать Дед Морозом или Снегурочкой для особенных детей-сирот. Участники новогодней затеи – это дети из двух детских домов-интернатов, из Осы и Родничного. И Дед Морозим вместе с пермяками помогают им самостоятельно жить после выпуска из интерната и оказывают паллиативную помощь. Раз в год уже 15 лет подряд пермяки дарят детям-сиротам сказку, исполняя самые заветные желания. О них ребята рассказывают в письмах Деду Морозу. Фонд публикует их на своем сайте. Чтобы стать Дедом Морозом или Снегурочкой, нужно зайти на страницу акции. Адрес сейчас на экране. Затем выбрать послание с мечтой, которую хотите осуществить, и зарезервировать его. Передать мечту для ребенка можно будет 17-18 декабря на общем сборе желаний. О времени и месте мы сообщим дополнительно. Если есть желание, чтобы не выбирать чью-то мечту, то можно сделать любое пожертвование. Из самых маленьких сумм обязательно сложатся возможности для того, чтобы осуществить мечты всех ребят, которые написали письма Деду Морозу в этом году.